Привет, дорогие друзья, с вами LG, и мы снова с вами в Universe Sandbox 2. Давненько не было видосов. Итак, что же за ужасные петли какие-то временные вы видите сейчас на своих экранах? А это, друзья, новое обновление Universe Sandbox 2 Alpha 22. В этой версии добавили, наконец, нам поддержку Steam Workshop. И сегодняшнее видео я хочу посвятить наиболее интересным работам из мастерской. Ну и самое первое, которое является просто гигантским вообще трудом, как мне кажется. То есть это было не просто, это симуляция настоящей ядерной войны. То есть, грубо говоря, вот эти все астероиды летят под таким же углом, как вы можете заметить, да? Они под таким же углом приземляются на Землю, грубо говоря, короче. Рассчитано так, что они под таким же углом приземляются на Землю, как если бы они были запущены с самой Земли. То есть это наиболее, так скажем, реалистичная симуляция ядерной войны. Это 12 декабря, как нам вот автор пишет, 2045 года. Давайте посмотрим, что у нас тут есть, ну и потом запустим потихонечку симуляцию. Итак, давайте сразу разглядим, что у нас тут есть. European Nuclear... что тут написано? Миссии. А, Европейская ядерная миссия. Так, ой, как все лагает при приближении. Так, Европейская ядерная миссия. Вот тут видим мы с вами еще Европейскую ядерную миссию. Так, давайте окей. Нажмем и будем рассматривать уже вот так. Итак, австралийские атомные бомбы. Американские атомные бомбы. То есть, грубо говоря, это все-все-все реки. Вот Северная Корея, водородные бомбы. Собственно, и все рассчитано так, как для реальной игры. Ну, собственно, давайте мы с вами нажмем и будем сие наблюдать в слоу-мо, так сказать. Итак, давайте нажмем Ctrl-T, чтобы они нам не мешались, эти самые там замечательные, без сомнения, названия. Ну и давайте смотреть внимательно, как у нас тут что происходит. Ну и сейчас мы видим, что пока ничего не происходит. Ну давайте ускорим времечко немножко. Итак, вот начались первые взрывы. Ребят, FPS, конечно, проседает. SimSpeed проседает, но ничего, жить можно. Итак, что мы можем наблюдать уже на этой стороне? Ночью началась война ядерная. Взрывы уже поглотили... Появились первые взрывы уже в... не видно, что здесь. По-моему, это все-таки вот этот материк. Плохо отсюда видно. Так, вот это Индия. Это... это вот где Новая Зеландия. Там вот это вот все аборигены, где живут. Вот. И, в общем, вот их зачем-то бомбят. Я не знаю, зачем бомбят аборигенов. Но, в общем, какие-то атомные бомбы летят вот сюда вот в Тихий океан. Так, большая, очень огромная территория Соединенных Штатов, как вы видите, просто нахер уничтожается ядерными бомбами Северной Кореи. А где Россия? Русские ядерные бомбы? Я что-то ни одной не вижу, кстати говоря. Австралийские, европейские, американские летят. Куда, кстати, летят американские? Давайте сейчас тоже посмотрим. Мне кажется, они летят куда-то... Непонятно куда. Так, ну... Бомбят, без сомнения, уже. Северная Корея бомбит еще тоже. Россию вот там вот сверху как следует ее долбит. Так, ну и видно, что Северной Америке наступает просто кранты полный. Так, ну давайте посмотрим, куда летят остальные бомбы. Что у нас происходит еще здесь. В общем, еще взрывы происходят вот тут. И, в общем, Землю начинает распидорасивать по полной программе, грубо говоря. Вот, давайте ускорим время и будем наблюдать еще раз. European ядерная миссия, ну уж не знаю. Видимо, автор русофоб, раз не добавил русских ракет. Ну, в общем, как вы видите, Земля начинает нахуй испаряться. Извиняюсь за выражение. Куски просто вылетают из нее. То есть, посмотрим мы, как потом она будет выглядеть. Как вы можете заметить, еще не все, еще что-то летит, то есть еще что-то будет. Но, как вы можете заметить, некоторые ядерные ракеты все-таки
настолько мощно вырвались за пределы гравитации Земли и начали разлетаться в разные стороны. Ну и, понятное дело, вот такой вот огромнейший кусок Земли, просто я не знаю, во сколько масс Земли улетел. То есть, дальше скажу даже, какого размера. Ух ты, они изменили интерфейс. Ну, наконец, надо же, смотрите, как красиво. Еще и тут, о, это все, это, кстати, да, это, кстати, красивенько. Так, ну, в общем, давайте посмотрим массы, да, вот в лунах, да, и давайте, сделаем. В общем, почти 1/10 Земли просто улетела, она была истреблена ядерными взрывами. Так, ну что, давайте смотреть теперь, что будет дальше. В общем, как вы видите, вот эти точки, они как бы были из мест, откуда они были запущены, ну, как бы орбиты там вот пролегали. В общем, смотрим мы спустя, что происходит с какое-то количество времени. В общем, вот так вот выглядит у нас Земля теперь. Мы можем заметить, что вот здесь вот все у нас помято как следует. То есть тут так вот огромное, по идее, все должно было затопить. Так, территорию России, кстати, почти никто не тронул, за исключением, вот тут плохо видно, конечно, но кажется, вот это вот Кольский полуостров, да, это вот Япония, там тоже всякие товарищи живут, вот, а что тут с аборигенами, кстати, я не смотрел. А вот зачем бомбили аборигенов? Да, вот я непонятно, конечно. Ну, возможно, из-за того, что здесь появится новая территория. Конечно, ушло очень много воды, это несомненно. То есть, вместе со всем мы потеряли много воды. То есть, появилась новая территория у Индии. Тут остров, вот Чихана, или как он там этот, не помню, называется. Короче, Красное море, вот это, вот, по-моему, Красное море, да, но смотрите, превратилось вообще в узенькое. То есть, вот оно, маленькое Красное море получилось. Так, что тут у нас еще есть? Так, это Сахарка. Сахарочек наш. Зачем-то бомбили Африку, вот это вот, видите, вот эти ямы, да? Вот эти вот гигантские просто кратеры. Вот эти вот, видите, да? Вот я в нем сейчас, господа. Вот. Вот эти кратеры, я не знаю, зачем их сюда, так сказать, зачем сюда стреляли? Это же, блин... Простите. Ой. Так, это же Африка. Тут вообще никто не живет. Тут зачем сюда стрелять-то? Так. Ну и, в принципе, еще бомбили северные. Тут какие-то полярные станции, наверное. Ну, в общем, автор, наверное, все-таки не все точно прям рассчитал. Ну, в общем, ядерная катастрофа на Земле выглядит примерно как-то так. Так, ну, в принципе, это достаточно интересно. Вот, от этого же автора есть марсианская ядерная война. Посмотрите, как ненавидят... Смотрите, как инопланетяне ненавидят друг друга. Так я представляю себе марсианскую ядерную войну. Ну, давайте посмотрим, как это выглядит. Марсианская ядерная война. Кто там с кем воюет вообще, зачем, за что воюют. Ну, в общем, как вы видите, не сильно особо что-то происходит. Скорее, у Марса появилось много новых спутников, которые вокруг него теперь летают. И тут еще разлетаются всякие куски... И, в общем, Марс немножечко так поднаторел. Вот, есть какая-то Kerbin System. Давайте посмотрим, что это такое. Мне кажется, это чем-то похоже на систему из игры Kerbal Space Program. Скорее всего, это оттуда. А вот видите, она загружается. То есть вы прямо в игре нажимаете чью-то симуляцию, она онлайн загружается прямо во время игры и открывается, собственно говоря. Вот, то есть вы ее нажимаете, видите, downloading 166, все, 100%. Вот, KSP System, ну, собственно, я так и знал. Давайте на нее посмотрим, например. Так, Kerbin, да. Ой, ты какая красивая планета. Ну, в принципе, судя по тому, что я видел, она как-то так и выглядит. Так. Это что у нас такое? Муна. Хорошо сделано. Реалистично. Минмус. Это типа куда можно полететь, да? Это Дюна и... Лол! А, Джул. Джул, и у нее тут еще спутники. И, в общем, ей вот сделали такую прям... Ой, какую атмосферу. Ладно. Это не, мы не будем пока трогать. Ну что, давайте посмотрим, что у нас еще есть. Вот интересная третья в топе. Венус. Что там? Венера, Земля... Венера, Земля и Марс.
2-3,8 миллиарда лет назад. Ну, собственно, давайте просмотрим. Прото-Венера, вот как она выглядела, то есть до того, как... Кстати, выглядит очень даже на самом деле она красиво. Мне, кстати, интересно, он взял за основу первую Венус? Нет, он взял за основу обычную Землю. Итак, вот мы видим, как выглядела у нас Венера давным-давно, и мне настолько нравится эта планета, что я ее себе даже сохраняю. Где тут можно это сделать? Вот так вот. Собственно, так вот это и делается, да, вы скачиваете теперь любую игру и сохраняете ее себе. Ну, в общем, вот так вот выглядит атмосфера, Венера. Вот, ну мне нравится. Давайте посмотрим на протоземлю. Действительно, во время архейской эры Земля выглядела как-то так. То есть, смотрите, он даже подобрал вот этот вот огромный материк, как он там, апогей, адыгея, не помню, как он, короче, назывался. Ну, в общем, что-то типа адыгей, короче, он назывался как-то. Этот один-единственный огромный материк, значит, и вот... На нем, собственно, начиналась зарождаться наша жизнь на планете Земля. Ну и вот Марс еще у нас имеется, да, тут... Ну, в принципе-то, этот Марс мы с вами уже 100 раз видели и делали в моих симуляциях ранее. В общем, вот такие вот у нас сегодня видосы, как бы краткий обзор обновления, да, но можно еще посмотреть Custom Colors, вот тут есть лучшее обновление, Mind Sequence HR. Давайте, кстати, посмотрим, что это такое Mind Sequence. Главное смешение HR, не знаю, что это значит. Вот, он загружается сейчас, и вот она уже загрузилась, эта симуляция. Mind Sequence HR Mass Colored. Просьон. Типа вот здесь вот включено по массам, да, и по массам это выглядит очень красиво, да? О, да, ребят, по массам действительно это выглядит достаточно красиво. Кстати, ребята, это же система в реале, смотрите, ну-ка. Или не в реале? Проксима Центаври. Нет, они как-то рандомно здесь натыканы на самом деле. Но, блин, достаточно прикольно, они прикольно выглядят. Регулус, вот смотрите, как же можно, оказывается... Я, кстати, не помню вообще про эти массы. Что их можно вот так вот включать и типа смотреть, что они зеленые. Да, ну или реалистик, да, сделать, например, и наблюдать за разными звездами тут, как они к чему относятся. Но по массам, конечно, их гораздо интереснее смотреть. Вот по массу, например, да, там, acceleration и так далее. Не помню, что это как переводится. Вот, в общем... Вы можете также зайти уже в Steam Workshop сейчас и попробовать все это сами. Ну, на этом я с вами прощаюсь. У меня как раз там закипел чайник. Сейчас я пойду пить чай и смотреть какие-нибудь интересные видосики. И надеюсь, вы будете в это время смотреть мой видосик. Поэтому, друзья, прожимаем лайки, подписываемся на канал, если кто в первый раз. Ну и увидимся с вами в новых роликах, которые будут, обязательно будут. Но вот точное время я вам сказать не могу. Так что ждите и до новых встреч, друзья. С вами был LG.